тоже работает. I congratulate the International Committee of Sports for the Deaf and the Russian Committee of Deaf Sports for hosting this 18th Surda Olympijskih Zimnih Igor. I'm happy to welcome you at the 18th Winter Deaf Olympics. Россия впервые принимает эти престижные международные соревнования,
которые по праву считаются уникальными как по своему масштабу, так и по... Символ достатка и богатства. At the same time, this hand... Таких друзей, как Международный комитет спорта глухих. Such friends as the International Committee of Sports for the Deaf. For meeting you. Приезжайте к нам, когда у вас будет время, когда вы по нам соскучитесь. Добро пожаловать в Европу. Welcome to Europe. Come to our place. Come to Europe. Мы добро пожаловать. Сурдоолимпийский комитет от души приветствует вас на 18-х зимних сурдоолимпийских играх. Welcome and the Deaf Olympic Committee. Большая честь перед вами выступить. Вы все знаете, что Международный комитет спорта глухих объединяет 108 стран мира. И по статистике Организации Объединенных Наций в мире глухих примерно 78. И очень много будет спортсменов. Желаю вам всем успехов. All of you here in Kandemalsisk. And now, dear friends, let us make them. Чемпионка мира и Европы по сноуборду Мария Хам... Приветствуем участника эстафеты Сурдоолимпийского огня! Приветствуем участника эстафеты Сурдоолимпийского огня, член Сурдоолимпийской сборной команды нашей страны, чемпион Роберт Фомин. Югра приветствует главный символ 18-х сурдоолимпийских зимних игр 2015 года. The start of the Deaf Olympic Torch Relay. От имени всех сурдоолимпийцев я обещаю, что мы, выступая на сурдоолимпийских играх, с уважением. Здесь все свои. Don't worry, we are all friends here. Thank you.
Спасибо.